Всем привет, с вами Майор Крафт, сегодня поиграем в мой друг Педро. Да, видосиков не было 2 недели, это потому что я уезжал на море отдыхать. Да, у меня уже был отпуск, но отпуск тогда был от Ютуба, а сейчас от всего отпуск был. Надо же было на море все-таки съездить. Я об этом, кстати, писал в своем ВК и в сообществе, но вдруг кто-то не видел. Это видео еще хотел записать до отпуска. Прям в последний день скачал и решил записать, но что-то не успел, из-за этого я снимаю уже после отпуска. Правда, тренд на эту игру уже прошел, он был как раз во время отпуска, что печально. Ну ладно, что. Уровень сложности обычный, высокий, безумный. Давайте обычный. Все-таки я первый раз в такие игры. Эй. Эй, подъем. Ержан, вставай. Салам алейкум. Пора вставать, Соня. Не так надо будить. Вставай, Ержан. О, проснулся. Салам алейкум. Эй. Так, спокойно. Дай летающий банан. Но я твой друг Педро. Твой друг. Окей. Не слабо тебя вырубило. Так, ты в порядке? Сколько пальцев я показываю? 1. Неважно. Давай сваливать отсюда, где бы мы ни были. Окей. Я уже поиграл минутку, чтобы проверить, не будет ли у меня лагать. И не лагает, как ни странно. Хотя качество поставил минимальное, что печально. Ну, все-таки мой компьютер уже не выдержит современные игры. Че, нам сюда идти? А что там? Черт, дверь заперта. Может, есть другой выход? Конечно, сейчас найдем. Оп, оп, паркур мастер. Ох, ни хрена себе. Оп, оп, оп. Это что за синяя? Это от того, что я минимальные текстуры поставил, да? Ну ладно. Зато лагов нет. Эй, давай уже перепрыгивай. Во, смотри, запрыгни по стене на следующий этаж. Это игра про паркур убийства. Экшен. Отлично. Оп, 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 оп. Крутяк. Так, так, так. Это что? Ты глянь-ка. Какой-то дурень забыл пистолет. А вдруг его подоберет случайный псих и перестреляет всех? Ага, согласен с тобой, Педро. Нельзя оставлять пистолет без присмотра. А не то... Вообще, я в тебя целился, Наки. Хорошо, поехали. Пока еще обучение. Так, 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 лаги, лаги, уходите. Расстреляю вас, к черту, суки! Я с лагом сражаюсь. Прыгайте, лаги. Эти коробки это лаги. Опа, 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 покатились. Вот, это же Мич-Мясник. Торговля мясом для него это прикрытие операции по транспортировке нелегального оружия. Мясо в основном крысиное, либо голубиное, или человечье, если ему кто-то приглянется. Так, это что, про меня было сейчас? В общем, понятно, как мы тут оказались. Эй, босс! Сегодня все тихо. Не надо! Не надо! Не надо отвлекать меня во время работы, болван! Груз готов? Почти. Раздолбай, чертовы! Я им покажу, что бывает с теми, кто решил похалтурить. Принеси мне немного, босс. Займись тем незадачливым куском мяса, который лежит в подвале. Эх. Эй, он идет сюда. Надо с ним разобраться. На раз, два, три. Хедшот. О, теперь 2 пистолета. Хия. Ладно, придется тебе их всех убить. Конечно, всех убить. Ради этого я сюда и пришел. Давай нормально. Так, опа. Сейчас хочу ему хедшот такой поставить. На, а куда, где хедшот? Оп, оп, оп. Хатшотик. Так, а что я такое сделал? Что-то зеленое. А, так что это? А, ни хрена себе, так можно стрелять. Все, сейчас понесется. Ну все, всем конец. У меня сразу 2 пистолета. Хотя так интересно. Так я знаю, что в реальной жизни так невозможно стрелять. Ну ладно, я все-таки игра.
Ой, здравствуйте, здравствуйте, я нечаянно. Так, подожди, у меня перезарядка. Ты тоже подожди. Так, все, я готов. А вы что, уже умерли? Покатились. Так вот, ты воды достаточно пьешь? Как-то ты не очень уверенно держишься. Пошли, отведу тебя в тайное местечко, приду в порядок. Вот здесь я нахожусь, когда меня ты не видишь. Давай теперь кое-что покажу. Не шевелись. О, нифига себе. Видишь, когда ты фокусируешься, время будто замедляется. Когда фокусируешься, ты можешь делать сальто в воздухе. Давай, давай. А это что? Да-да-да, сейчас. Стоп, стоп. Опа! Красота! Расстрелять две вазы, разделив цели. А, я это уже делал. Красота! Огонь! Ах ты злобный надиратель задниц! Так, значит, в чем мы остановились? На том, что надирали задницы этим преступникам. Легкотня! Побежали! Покатились, точнее. О, новая музычка, крутяк. Так. Ой, у меня же замедление, что я делаю? О, это, конечно, круто, чувак. Ну давай, выпрыгивай отсюда. Мне тут нечего сидеть. О, крутяк, можно пригиваться просто и уворачиваться от ихних пуль. Ой, здравствуйте. Готовы? Какие-то гопники. Старые гопники. А, перезарядить. Ты точно знаешь, что делаешь? Спокуха! Эти турели устанавливаются практически самостоятельно. Берешь вот эту штуку, вставляешь сюда, а потом... А потом... Мясо. Тебе предстоит увернуть от этих пуль. Ну и как ты мне прикажешь это делать? Вернись. Ту-ту-ту-ту-ту! Нифига себе, какая грация! Не забывай, с помощью этого маневра ты можешь вернуться от любых выстрелов. От любых? Ну все, всем пипец. Я неубиваемый... как это персонаж зовут? Ну, вначале мы ему дали кличку Ержан. Будут его звать Ержан. Ну что, Ержан, покатились? Опа, опа, опа! Ой-о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 й
Просто у меня патрон кончается. Ой, что-то FPS лагает. Уберитесь, лагит, чертовы! Расстреляю вас! Ладно, пошлите. Да, да, мы в старом городе, тут все заправляет Мич. Это типа престарелых для мафиози, отставки, которые не платят пенсию. А сейчас многим не платят пенсию. Так. Готов. Оп-оп, попробуй попасть, попробуй, не получится. В Ержана никто не сможет попасть. Сейчас ты, охренел что ли? Попал. Ну что-то я забываю это, уклоняться вот так вот. Оп-оп-оп-оп. Какая грация, грация, да? Согласен, у меня лучшая грация. О, дратути! Попробуй попасть, попробуй. А, его грация закончилась. О, нормалек. Ф для... А, пнуть можно. Оп-оп-оп-оп-оп-оп. Каратист! Готов. Покатились. Приключения Колобка. Стоп-стоп, подожди, парень. Это большая ошибка. Для тебя. Бананчик доволен. А ты, как вижу, недоволен, да? Недоволен. Недоволен, что ты подох. А надо быть довольным. Ты погиб с честью, как говорится. Хотя нет, ты погиб как лох. Поехали. Эй, шлыш, коробка пошла в жопу. Красотища. Не то слово красотища. Сейчас, стоп. Я хочу тебя отпинать, пацан. Ай, ну ладушки, не хочешь пинаться, ну тогда умри. Ой, здравствуйте, пацаны, здравствуйте. Вы все убиты.
Не, получи по роже, тварь. Готов? Не попадешь в меня! Я слишком уворотливый ержан. Никто не попадет в меня. Уровень пройден, зашибись. Так, 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 давай, 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 давай. Е, браво, браво. Продолжить. Не забывай, кстати, ставить лайки, подписываться на канал, чтобы я побольше снимал таких видео. А то что-то лайков и просмотров набирает только обзор модов. Из-за этого я больше всего их и делаю. Так, подожди, подожди, у меня перезарядка, подзарядка. Так, подожди, у меня перезарядка. Так, все, разобрались, пацаны. Оп-оп-оп-оп-оп. Готов. А что тут как там? Эй, нет, 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 5-5-5x5, просрал. Эй, я хотел двойной хедшот сделать. Ты ж ты, мри, мри, мразь. Х4, да. Пнуть, 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 знаю, можно пинаться. Мне нельзя потерять. Нет, я потерял Х4. Да блин, это пинание нифига не помогает. А, надо крутиться, крутиться и крутиться. Туру-туру-туру-туру. Так, я тебя отпинаю сейчас. Не надо мне дерзить, понял? Не дерзите, Ржану. Ай, не успел. Ну, ладушки. Ноги у меня есть, еще раз дойду. Опа, прокатились с ветерком. Здравствуйте, я из компании Reflame. Ай-ай-ай, пинок, пинок. Готов. Поехали. Уровень пройден. Крутяк. Что-то какой-то слишком быстрый уровень. Я даже ничего не успел сделать. Брависсимо. Вот, вот, крутяк. Ну, что тут у нас? Что-то у меня опять FPS понижается. С каждым уровнем все ниже FPS будет, что ли? Ох. О, поменялась снова музычка. Ту. Танцуем! Ту-ту-ру. Танцы от Ержана. Оп-оп-оп-оп. Раньше старый город был невероятно культурным местом, а потом сюда перебрался Мич Мясник. Как раз в этом доме заглядывают на потрясающие рейв-вечеринки. Какая ностальгия. Оп-оп-оп. Паркур-мастер. Здравствуйте. Думаешь, можешь попасть в Ержана? Так ты попал в Ержана уже. Да, паркур-паркур-паркур. Опа. Паркур-мастер. Вот это грация. Так. Понял, вот это вот, да. Легкотня. Здравствуйте. И пока. Готов. Ау, кто там? Это я, Ержан. Здорово, салам алейкум. Готов. Стоп, дедушка, подожди, подожди. Сейчас принесу пенсию. Оп. Здравствуйте, здравствуйте, я из компании Reflame. Почему у меня... Ай, блин, Х6 потерял, я хотел сказать фразу, и теперь просрал эту фразу. Хэдшотик. Стоп, подожди, подожди, дедуля, 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 подожди, сейчас пенсия будет. Куда, куда, куда? Куда закрылась? Крутяк. Ай, понял, понял, понял. Так, 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 перезарядка, 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 подождите, ребята. Вы не попадете, я слишком грандиозен. О, там даже их трое было, нифига себе. Готовы, твари. Х7, 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 Х7. Х8, Х8. Готов, готов. Х9, 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 Х10. Х11, давай, давай. Сразу к тому, сразу к тому, к тому, к тому. Стой, стоять, стоять, не двигаться, вы арестованы. Х12, Х12, быстрее, быстрее, быстрее. Нет. А коробку засчитали? Нет, коробку не засчитали. Коробка не такая крутая, как я думал. Пацаны. Так, перезарядка. Так, подождите, подождите. Не психуем.
Я колобок. А вы... мясо. Нет, я мясо. О, зато мне ЧП восстановили. Спасибо. Готовы. И еще раз. Готовы. А теперь прыгнемся. И еще раз. Ай, я забыл. Ребята, подождите. Ну, пацаны, ну чё ж вы такие наглые? Это ты? Нет, это я! Ержан, старый друг. Хедшотики. Стоп, подождите, я все объясню. Вы не так все поняли. Это я, Ержан. Грацию, вы не сможете попасть в мою грацию. Так, пацан. Я, готов. Что-то у меня есть. Сердечко, пацан, отдай. Оп, спасибочки. Ержан будет благодарен тебе. Ой, фига себе, какой-то люк. Уровень пройден. О, это, по-моему, больше, чем в прошлый раз. Безукоризненно, крутяк. И на этом, я думаю, мы заканчиваем наше видео. О, самый крутой момент. Да, согласен. Всем спасибо за просмотр, с вами был Майор Крафт. Всем покедова. Не забываем ставить лайки, подписываться на канал. Пока-пока.